привет! Мы на пруду «Черные камни». Сегодня 17 октября. Сегодня у нас состоится батл среди наших постоянных рыбаков. Собрался практически весь помон. Все звезды «Черных камней» собрались. И сегодня мы определим среди них, кто же сегодня, кто он, заготовитель «Черных камней». Поехали! Участники готовы! We'll be right back.
друзья, хочу вас всех поблагодарить, хочу выразить всем благодарность. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами были, с нами участвовали. Поэтому давайте в первую очередь друг другу похлопаем. Да. Так, и перейдем к награждению. Так, у нас кто самую первую рыбу поймал, это команда Антон и Лариса. Так, вам за первую пойманную рыбу. И крайнюю, да? Крайнюю пойманную рыбу. Один спасатель. Да, да. Переходим к третьему месту. Кто у нас на третье место? Дмитрий. Дмитрий. Поздравляем, Дмитрий. Только начал ловить, и уже третье место. Второе место у нас. Петр первый. Он второй. Я еще думал, да, друзья. Ну и первое место у нас. Соседняя область. Пенза. Переходящий, значит, знак заготовщика. Спасибо. Больше не вот. Приезжает. Да, чтобы вас больше не видели, да? Он у нас, Ива, переходящий, я надеюсь, ребята, вот с этого начали мы, да? Может быть, что-то такое началось интересное, а может быть, на этом все закончится. Время покажет. Возможно, сейчас деревяшка, а может, что-то будет потом достойное. Поэтому до золота дорастет. Переходящий. Если вы будете участвовать в следующем турнире, приезжайте, нам его отдаете и выбирайте самое первое место. Спасибо. Молодцы. Спонсор, такой маленький спонсор этого мероприятия, значит, за лучшее название команды по результатам голосования у нас сладкий приз получает барыга из 90-х. Он ожидал. Еще такой один маленький вот такой вот презент, прям совсем маленький, человеку, который больше всех в этом сезоне почему-то ловит щуку. Оба! Понятно! Ну все, друзья. Спасибо. Я надеюсь, было вам интересно. До новых встреч. Спасибо.